Всем привет, ребят. Ну что, попытаемся сегодня дальше потрешивать с нашими гарнизонными героями, на чем мы там вчера остановились. Так, немножко не туда зашел. Вот у нас 16-е. Так, против них надо собрать белую команду. Отлично. Вот смотрите, как красиво подсветка работает. Кстати, только заметил, какой смотритель у вас. То есть можно вот сейчас на третьем у меня желтенький. Вот он. Ну, то есть светлые. Так, тут у нас зеленая. Тут у нас сборная солянка. Сейчас мы опять же поменяем. Постараемся все-таки поставить больше светлых. Так, сколько у меня их есть? Раз, два, три. Всего лишь три. Сейчас попробуем с гарнизонных вытащить побольше. Так. Еще поставим морозницу. И еще кого-то надо интересного поставить. Так, бочка у нас стоит. Химик. Тритон пока у нас не прокачанный. Вот давайте его. А, сразу пропадает бонус. Если поставим зеленого, нормально все будет, да. Давайте кого-то такого невзрачного поставим сюда. Со светлых можно, кстати, бога грома, хотя у меня в принципе набор есть. Поехали таким составом потрошуем, почему и нет. Так, поехали. О, тут уже жестко, конечно, все сейчас будет, я надеюсь. Так, тут у нас разрухи есть. Попробуем стартовать сюда с медузой через тыковку. Вот смотрите, как офигенно замедляет все-таки ледяха. Офигеть. Вот это круто. Реально ледяха тащит. Так, самое главное нам сейчас разрух посливать. Если мы разруху не сольем, все, нам будет жопа полная. Но смотрите, что делается, ребят. Это гарнизонные герои. Гарнизонные просто. У нас 3-4 баффера, да, пусть будет, да, 4 баффера у нас, 1, 2, 3, 4 и 6 гарнизонных героев. Это просто жесть. Поехали, 17-е. Так, 17-е. Что тут у нас? Ну, тут можно тоже через дракона, в принципе, сюда и попробовать. Как видите, я стартую всегда с тыковки. Почему с тыковки стартую? Чтобы был максимальный разгон. Так, ведьма у нас тут сняла баф. Так, нас тут, наверное, ушатали, да. Ну, круто. Мне нравится, честно говоря, гарнизонами бегать. Весело получается все. Самое главное, чтобы ледяной вовремя срабатывал. Ну и, конечно, ближники не подбегали близко. Так, ну тут нас, наверное, сольют. Тыковка слилась, да. Тут у нас вариантов уже нет. Так, там некрос жару дает. Что бы нам с ним сделать? Ну-ка, если попробуем отсюда забежать. Не, разруха прибежал. Не вариант. Ну-ка, если так, разгоним тыковку отдельно. Нет, тоже вариантов нет. Тыкву сливают, надо вместе всех ставить. Ну, пробуем. Ну, видите, не через тыкву поставил. Сразу же скорость упала. Ну, должны домучить. Ну. Не, вообще жестко слили нас.
Ну, через Некроса тут однозначно не вариант. Он нас просто ушатает. Так. Ну, попробуем подальше отсюда запустить. Так, дракон. Ну, вот вариант через дракона пробовать. Замедляют неплохо. Единственное, конечно... Не, опять тыква побежала, слили. Да, с Некросом, конечно, сложновато воевать. Так, не крылый, то, наверное, попроще было, потому что он не так сильно автопрокол. Так, попробуем все-таки с хранителя стартовать тогда. Других вариантов я пока, к сожалению, не вижу. Так, хранителя раз слили. Ай-яй-яй, всех слили. Так, опять я с тыковки стартану, да? Мне самое главное, чтобы тыкву не так, видите, Некрос, конечно, мешает нам. Так, давайте попробуем с хранителя стартануть. Ну, пока держимся. Ай-яй-яй-яй-яй. Жестко нас. Даже не знаю, что тут делать. Давайте отсюда попробуем сохранить. А тут сейчас разруха подбежит. Хотя разгончик у нас кайфовый. Но, к сожалению, тыкву опять слили. Да, против Некроса приемов нет. Вариант у нас, конечно, есть. Качать. Так, а ну-ка, что тут у нас? Нет, тут вообще жестко. Атланта. Взять. Сейчас попробуем, посмотрим. Возможно, все-таки придется воспользоваться Атлантом. Правда, он у нас, по-моему, вообще не вкачанный. Но других вариантов у нас тут... Пока особо нет, нам надо слить автопрокеров. Вот видите, что делается. А, ледяху убили, все, ледяху убили, это нам торба просто, к сожалению. Хотя, возможно, есть еще шанс. Так, на ком мы там, мы на черепе зависли, да? Вот смотрите, что делается. Ай-яй-яй-яй, у нас нету ворожея уже. Как плохо. Такой шанс был. Практически, ребят, практически затащили. Видите, у нас остались там просто неубиваемые герои. Ну, красиво было. Так, пробуем еще разок. Ну, ворожай, давай уже, бей. Так, хранитель. Опять ледяху слили. Видите, неплохо вроде заходит, но не хватает, надо что-то делать. Нет, а я поздно выпустил, все, тут еще и тотем. Ну, с ворожая стартовать тоже особо смысла нет. Так вы слили. Так, хорошо, давайте попробуем поменять. Где там наш Атлант? Так, он у нас красный, да? Если мы сейчас красного поставим, у нас будет перебор. Ледяху уберем, тоже не вариант. Так, придется сделать так, поставить его. Убрать бочку. И вместо бочки нам придется опять же светлого поставить. Кого-то.
чтобы было больше героев светлых. Так, а кто у нас в светлых есть интересный? Можно, в принципе, Гаргула попробовать поставить. Давайте попробуем такой вариант. Правда, я не знаю. Не включился. Только надо ему скилл подкачать. Ну, ничего не поделаешь. Так, где наш Атлантик? Надо будет все-таки сделать ему эволюцию уже. И готовить его. Так, Атлант, Атлант, Атлант. Так, есть. Сделали мы ему немножко прокачку. Поехали. Попробуем 17-е затащить. Так, ну сейчас мы должны, в принципе, затащить. Угу. Жесткие, жесткие парни. Ну вот так вот он включился. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну практически, как видите, практически. Так, ну пробуем. Какие у нас еще есть варианты? Ну сейчас, как видите, уже намного лучше из-за того, что мы хотя бы часть героев там автопрокера. Ну хотя мы не слили Некроса. Ну вот он сейчас слился уже, в принципе. Но опять же, мы потеряли очень много героев, и у нас... Хотя шанс всегда есть. Сейчас проверим, сможем ли мы затащить. Конечно, тыковки нет, и это плохо. У нас нет разгона. У нас остался ангел. Гарнизонный один герой. Но, как видите, гаргул у нас не качанный. Но получше вариант был. Давайте еще разок попробуем. Придется на слона вцепить. А нет, мы сейчас сделаем по-другому. Мы поставим железную волю. Так. Так, 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 так. Как хорошо, когда у тебя просветы прокачаны и все, что надо тебе есть. Так, окей. Поехали. Так, есть. Стартуем с хранителя. Можно было бы, конечно, Атланту подумать о живу поставить, хотя смысла особого не. Опять тыковка слилась, к сожалению. К сожалению, сливается тыква. Так, хорошо, есть. Поехали. Ну, ледяха слился. Да что ж такое-то, а? Ну, хотя у нас есть тыковка, но дальше без ледяхи, как видите. Вот чем хорош здесь ледяной, то что он реально помогает. Так. Так, ну, будет удачный заход или нет? Жесть, как нас расфигачили. Так, ворожай, хранитель. Ну, в принципе, вариант есть. Но не особо. Ну, ворожай должен тащить. Если, конечно, мы черепа сейчас убьем, то шансы у нас будут.
Так, ну нет, там еще пару черепов на барже нашего, это уже без вариантов, к сожалению. Так, ладно, пробуем еще разок. Интересно, кстати, вот так вот попробовать. Конечно, мы сейчас половину потеряли. Не, Некрас там восстановится на таком варианте. Да, дальше, как видите, веселей проходить. Так, попробуем все-таки с хранителя стартануть. Если получится. Самое главное, чтобы тыковка нам дала разгончик. И у нас не слился. Вот слился он опять. Да что ж такое-то, а? Так хорошо шли. Ну, как видите, рандомчик. Так, отлично, есть. Поехали, пробуем дальше пройти. Ну, вроде отлично. Но только сказал отлично, блин, тыква слилась. Да ладно, обидно. Все, без тыквы нам тут не вариант. Хотя, в принципе, если смотритель будет нормально бить, и ледяной, а ледяной у нас тоже уже все. У нас сейчас ведьма просто ушатается своими тыковками. Ну, шансы всегда есть. Но не тут, наверное. Да, тут уже все попечальней. Так, ну я думаю, все равно домучаем. 16-е как-то мы налегке прошли, даже на лето пройти. Так, отлично. Ну давайте, давайте, ребята, давайте, надо затащить. Не хотят они гарнизонами тащить, ну никак. Хорошо, если мы попробуем вот так вот сделать. И хранителя еще сюда кинем. Нет, так услили. Блин, Накрас живой. Бафа снимает. Вот видите, мы Некроса не слили, все, он с нас все бафы поснимал. Хорошо, пробуем еще разок. Попробуем отсюда снизу стартануть. Возможно, больше вариантов будет, конечно, но не факт. Что-то все разбежались. Да. Жесть, короче. Очень жестко. Ну, как видите, Некрас нам портит всю малину. Если мы его не убиваем, все. С нас снимают все бафы, и мы просто отдыхаем. Конечно, сейчас был вариант, но
Очень много героев, но Некрос все равно живой. Ну, чуть-чуть не хватает на Некроса. Опять не вариант. Ладно, попробуем пожертвовать хранителем тоже. Атлант, тыковку потеряли. Ой, что с вами делать-то, а? Чуть-чуть, как видите, не хватает, совсем чуть-чуть. Блин, этот Некрос, конечно, всю малину нам портит. Давайте попробуем, знаете, что сделать? Поставить вместо этого, поставим просто фрейку нашу. А, у нас есть заклинательница. Давайте заклинательницу уже попробуем, что уже. В принципе, герой доступный. Конечно, к сожалению, у нас все меньше и меньше гарнизона. Но ничего не поделаешь. Попробуем такой вариант вместе с духом. Ну, как видите, сейчас вроде получше. Так, сейчас ведьма нас, наверное, ушатает. Не, ну смотрите, вот. Заклинательница, кстати, офигенно зашла. Не знаю, правда, что мы сейчас с черепом там сделаем. У нас череп всех ушатает. Так это и случилось. У нас остался, ребята, один ангел. Давай, ангел, тащи. Это жестко. Ну, как видите, уже получше вариант. Атлант однозначно здесь нужен, и желательно с железной волей и ремкой рунами. Да, вариантов, конечно, тут не особо. Надо будет еще все-таки попробовать подокачивать остальных гарнизонных героев. Так, остался у нас опять Некроса не добили, все. Можно, конечно, у кого есть Фрея это изи будет. Она Некроса должна вообще ушатать. Так как у него жизни там маловато остается. Вот, отлично, сейчас у нас Некроса, кстати, нет. Неплохо. Так, ну что-то у меня все побежали вперед, и мы сейчас опять сольемся, скорее всего. Или нет? Ледяхи нет, ворожая тоже нет. Череп его убил. Так, ну что у нас осталось? Отхила у нас нет. У нас осталась заклинательница. Так, одного черепа мы убрали, с другим черепом вряд ли мы справимся уже.
Остался дух и заклинательница. Единственное, черепа сейчас, если спадет нормально деф. Вот, отлично. А, он с полным этим. Так, Анубис против заклинательницы. Смотрим, дух. Но дух не подведи. Не, все. Это пишите. До свидания домой. Нифига себе. Ну, блин, это, конечно, обидно. Вот так вот, ребят. Жестко. Это было жестко. Конечно, видос получится очень длинным. Но ничего не поделаешь. Зато весело. Блин, ну вот убивают, конечно, жестко. Вообще уже жестиком стал. Так, такс. Так, ну опять накрас они слили, и все. На этом просто пишем до свидания, потому что бафы у нас все снимают. К сожалению. Так, еще попытка. Сразу же слили ледяного. Попробуем отсюда забежать. Не. Хороший вариант был, но нет. Блин, надо как-то некроса этого слить. Не хочет он сливаться от моего атланта. Видите, что делается? Просто жестко нас развалили. Ну, попробуем еще разок. Так, ну тыковка слилась, все. Блин, с этим некросом как-то вообще нереально. Тут гарнизонными. Просто не вариант. Надо его, чтобы атлант сливал, а атлант его не сливает. Не хватает немножко. Вариант, конечно, ему порочный пакт влепить. Либо вот так вот сделать. Ну, да ладно, блин, ворожей. Жесть. Это просто боль. Конечно, вариант есть Афину поставить. Афина тут раздолбит их всех нафиг. Но это будет не то. Ну, ворожай остался. Ну, черепа, я не знаю, с черепами тут просто что-то нереальное творится. Сейчас, если мы побежим наверх, то у нас там побежал. Все, нам хана.
Ну вот видите, осталось два черепа. Хорошо, уберем заклинательницу, поставим ради интереса. Можно было Бигфута поставить, но он слишком имбовый для этой локации. Слишком имба. Да, и Афина тоже, в принципе, имбовая слишком. Она тут сейчас будет их просто разбивать до подхода. Не имба, Афина. Нет, не имба. Слилась. Так, Атлант у нас ушатался. Видите, на разгоне, конечно, очень круто с Афинкой. Афина, тыкву. А, у нас еще и Ледяха был. Отлично. Что мы сейчас с черепом будем делать и с Анубисом? Я даже не знаю. Сейчас череп нас просто всех тут ушатает, наверное. Конечно, есть вариант, что мы черепа ушатаем, но... Но это жесть будет, ребят. Это просто жесть. Наш череп сейчас всех положит. К сожалению. Обидно. Очень обидно. Ну-ну-ну-ну, давайте. Есть, наконец-то. Вот так вот. Так, ну давайте разберем команду. Конечно, видос уже 30 минут, но я думаю, кто-то хоть будет это смотреть, эти мучения. Так, Софинку убираем. У нас музыка, нас уже не слушает. Атланта выбираем, ставим наших любимых героев. Так, его и... Ну, давайте даже так попробуем, без... А юнитов тут дофига, и тут опять некрос разлетелся, я, блин, печально все будет. Ну ладно, попытка не пытка, поехали сливаться. Ну ворожай, может ты будешь отхиливать немножко их. Не, замедления даже нету. Конечно, тут надо накросов сливать однозначно. Однозначно, ребят. Тут уже так просто не побегаешь. Ворожай побежал непонятно куда. Посмотрите на него. Да уж. Тут уже опять нужен Атлант. Без Атланта тут... Сушите сухари, я так это буду называть. Ну вот смотрите, Ледяху слили, все, вариантов тоже нет. Конечно, мы разгонимся сейчас, все дела, но, к сожалению, дальше будет все равно сложновато. Тут и одержимые, все, что хочешь, есть. В общем, ладно, вот так вот. Застряли мы на 18-м. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Буду отдельно уже дальше пробовать проходить. Прокачаю гарнизон, наверное, на 12. И будем дальше трешивать. Все. Всем удачи, всем пока.